Два года назад, примерно в эти дни, плюс-минус, ездил к Воронецкому специально, чтобы выпить водки в гости на ночь. В чем отличие было? В том, что Стас пил только водку, а я пил водку и пиво. Я начал с пива, потом начал пить водку, и вторую пиво я мешал с водкой. А, водки мы взяли литр из расчета, что если возьмем 0,5, ну, по-любому побежим за второй, давай сразу возьмем две. И вторую мы, если не ошибаюсь, не допили. И еще я курил, бегал на балкон курить постоянно. Так, перебивка и продолжим. Этот план под названием «Ноздри» я выбрал не случайно, чтобы меньше прыщей было видно на лбу, потому что поел сладкого, печенье помешал всяких дня 3-4 назад на этой неделе. Волшебный дзынь! Обсыпало весь лоб на раз, два, три. 1 мая я хочу пойти на парад. И я нашел информацию, что будет идти вегетарианская колонна. Хочу примкнуть к ней и поснимать видосы, пройтись. Но сегодня я обнаруживаю, что также в этот день будет колонна трезвенников. По идее, я могу, и мне вроде как логичней идти в колонне трезвенников. Но! Есть большое-большое но, которое все-таки возвращает меня в колонну вегетарианцев. Первое. Не бухаю я всего лишь с 1 сентября, а мясо не ем я уже дольше. Второе. Трезвенник может есть мясо, но вегетарианец зачастую он не бухает. Либо как-то мало-мало-мало. Мне кажется, вегетарианское я буду чувствовать себя комфортнее. Перебивка! Я показывал тебе видос, где ребенок курит. Угу. Ты его видела? Угу. Сейчас я покажу зрителям, чтобы вы понимали, о чем я говорю. Ну, потому что он считает, что это здорово. Вряд ли это на вкус ему нравится. Дети маленькие, они любят, чтобы было вкусно, сладко. Вот. Он явно это делает не потому, что ему вкусно и берет сладко. Пример со старших. Он, да, он думает, что он так выглядит круче. И несмотря на то, что многие взрослые мне говорили: Дима, типа, курить это хрень, никогда не начинай курить, но сами взрослые курили. И мне курящие взрослые говорили: Дима, не начинай курить. Это нифига не примеры, это нифига не работает. Мне кажется, работает, если я сам действительно не курю и говорю человеку: не кури. Вот тогда да. А если такое, что, ну слушай, я уже подсел на эту дрянь, но ты будь умнее, не подсаживайся. Ну это-то точно не работает. Но здесь нет, мне кажется, универсального рецепта. Есть семьи, где родители ведут здоровый образ жизни, занимаются спортом, не знаю, какие-нибудь там спортсмены, мастера, а дети у них не хотят учиться, хотят пить, гулять и курить, гулять и не пойми, чем заниматься. Ты про себя? Ну нет, просто есть такие примеры. Да, вот я сейчас не бухаю, и ты какой-то пример у меня берешь? Как-то ты смотришь на меня? Ну, я однозначно меньше бухаю. Хотя ты и так, можно сказать, что особо ты не пила. Но... Ну, все равно получалось так, что я стабильно-то раз в неделю что-то пила. При том, что я вроде бы не пила. И... Раз в неделю. Только вот у меня шнур какой-то перерезает напополам. А, да ладно! Вот так-то лучше намного. Перебивка! Еще, мне кажется, прикольно, если бы были алкограды. Такой специальный город, где бухают. Во всем мире, ну, допустим, во всей стране нигде не пьют, только в этом году. Хочешь бухнуть, езжай в Алкоград. Приезжаешь, там, бухаешь, тусуешься, по барам ходишь, там, туда-сюда. Возвращаешься обратно, и никакого алкоголя нету. Вот так вот этого нету. Это только в Алкограде.